Всем привет и хорошее настроение. Здравствуйте, дорогие единомышленники. Привет всем зрителям нашего канала. Продолжаем серию обзоров под рубрикой «Не слететь с катушек». И сегодня мы завершим, а может не завершим, продолжим, давайте скажем так, прослушивание вот этой замечательной магнитной пленочки с блошинного рынка на удельной, приобретенной мной давненько, на которой некий любитель музыки записал для нас, для себя, ну теперь уже получается и для нас, такие известные в 80-е годы группы, как Бонни М, Юрая Хип, мы с вами уже послушали. А вот сейчас здесь должна быть Челентана. Ну, на самом деле, запись здесь сделана на катушке 375 метров, вот на такой магнитной ленте с Вемовской. Запись, я не знаю, на каком аппарате велась, но выполнена она монофоническая, на 9 скорости. То есть 4 часа записи на эту катушку поместилось как раз. Вот, и сейчас давайте на отреставрированной, отремонтированной нашей Аструшке 110, Астра МК 110С1, вот, в прошлом обзоре, в предыдущем, я продолжаю ее, так сказать, доделывать, допрофилактировать. В прошлом обзоре показал вам, как поменял у нее конденсаторы выходные усилителя мощности, который полетел, один из них внезапно. Вот, сейчас она работоспособна. Итак, мы слушаем на один канал. Вот, сейчас тут должен быть Челентано. Включаем 9 скорость и радостно слушаем. Опять еще и Рахи дорировать. Работает у нас только первая и четвертая дорожки. Первый канал. Этот, как вы видите, отключен. Сейчас самое интересное, тут в начале записи слова диктора. Не знаю, откуда человек писал. Наверное, с радиоприемника. Может, наверное, с радиотрансляционной сети. Вот, слушаем. Интересно. Песни в исполнении популярного итальянского певца Адриано Челентано. Перегруз. Челентано. Привет, ребята. Беретта. История любви. Беретта, всегда с тобой. Конте, самая красивая пара в мире. Челентано, нас было 100 000. Сантерколе. Сантерколе. История любви и кинжала. Де Розе. Добрый вечер. Паллавичини. Голубизна. Челентано. Работа и любовь. Ciao ragazzi, ciao, voi sapete.
ранние записи. Прикольно. Забанит, конечно, YouTube, я думаю, за это. Ну, попробуем. Красава. Какой молоденький. У меня есть такой пласт. Thank you.
и такой пласт есть. Послушаем эту запись, а то надолго. Так. Adesso lei mi deve dire chi è. È una partita fra noi due perché lei ha segnato un gol, lei ha segnato un gol. Diretto nella porta del mio cuore, ed ho capito che c'è solo lei per me. Ed ho capito che c'è solo lei per me. Ma che è eccellente. Не самые известные, не самые известные песни Челентано. Сохраню эту пленочку. Запись шуршит на регуляторе. C'è un'altra cosa più importante, per quella c'è se campa, per quella se muore. Un uomo vero per l'onore, se fa spaccare pure anche il cuore.
Perché la vita non è vita se chi la deve vivere l'onore non ce l'ha. Eppure se io t'amo tanto non posso aver impianto e me ne devo andare. Песни не слышал ли? Неужели я такой дикий? Я люблю Челентан, на самом деле. Творчество его, фильмы, песни. Но вот эти вот такие замечательные темы я не слыхал. Да, вы же, оказывается, их передавали даже по нашему радио в 80-е. Может, 70-е годы. Запись, конечно, ужасная. С перегрузом и ты неровно волны. Так экономить пленку. Час. 4 часа записи на этой катушке. О, уже все знакомое. Анзура. Piando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo duro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Прибор жалко, его шкалит. Перегруз. Thank you.
Ты у Челентано, что ли, или нет? Если сомневаюсь. Дописка, наверное. Приятная музыка. Оркестровая с саксофончиком. Характерно для тех лет. Я думаю, это конец 70-х. Записи пленки очень экономно расходовали и писали все, что только могли. А нет, я вас обманул, в конце все-таки есть незанятая запись. Вместо пленки, ну, такой фоновый шум в этой ленте. Только оно шумит дико, да? Ну, собственно говоря, ребята, на этом все. Обзор заканчиваем. Следующие составляющие части этой записи мы послушаем с вами уже в следующем обзоре. А я на этом откланяюсь. Всем привет, хорошего настроения. Всегда с вами Сергей. Пока-пока.